Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас и Скуал, Сеня. Тот да, самый Сеня, с кем мы ребята. С вами когда-то, помните, мы с Сеничем да, выживали. Да. Че, Сень, че там, Раптор тебя сожрал, да? Да, Раптор меня сожрал и не подавился, гад такой. Ага. Но я резко примерно в том же месте, так что он сейчас сожрет меня еще раз. Нормально. Я вижу там либо Раптор, либо Карна. Там... Карна, кажется, с кем-то еще херачит. Короче, где ты? Где ты? Ребята, наша задача сейчас встретиться с Синичем. Синич, короче, пришел на сервер, где я играю. Так, знаете, один соло иногда вне записи. И мы решили немного побегать, посмотреть туда-сюда-обратно. В общем, вот я на этом плоту. Хрупкий! Помните Хрупкого, которого мы создали неделю назад? Вот, теперь он у нас почти 40 уровня. Ну что, где ты появился? Раптор благополучно убежал за паразавром. Я, короче, ага. бегу. Сейчас я найду свою тушу. Тушу? Я, да, короче, да, прям да. на реке. Вот прям вот этот залив, есть же? Вот здесь вот. Вот я прям к реке бегу. Вот прям уже почти вот добежал. Ай, давай беги, да, там, кстати, каменная постройка здесь рядом есть возле реки. И есть какая-то деревянная постройка. Как домик. Каменную вижу. Каменную вижу, деревянную не вижу. Ай, мой шмот охраняет пиранья. А, ну правильно. Заплати ему за это. Здесь, кстати, Кардыш стоит, да, бегает. Всех кушает. Так ты на плоту подплывай сюда. Вон, я твой плот вижу. Давай, где ты? Слева от меня, справа от меня? Если смотреть на обелиск, то слева. Поворачивай, давай вдоль... Короче, от травы одного острова вдоль берега плыви. Океанского. Плеву. Вон, я тебя вижу. Yeah. Вон, видишь, я иду дошки. До дошки вижу, тебя не вижу. А вот, вижу тебя, все. Сеня, да ладно, добро пожаловать, Сенич, прыгать, бегать. Ты чё парус-то не убрал? А чё, парус можно убрать? А, подожди, да, можно парус убрать, да. А я забыл, что парус можно убирать. Ладно, хрестим, где ты там? Иди сюда. Ну так выйди, прими меня. Как прими меня в трайб. Да. А ты чё такой маленький? Ну я хрупкий. Маленький, хрупкий. А ты чё сам такой, блядь, хил? Блин, сделал бы тёлку, а? Самочку какую-нибудь хорошую, там, чёрную этот, кожу, вообще было бы нормально. Короче. Хочешь, чтобы самку создать? Да. Создай самочку, нормально. Окей, ладно, я свой бездыханный... Ой, надо слезть с него, вот так вот. Я свой бездыханный сейчас оставлю у тебя в домике. Ага. Тут у меня, короче, в холодильнике мышь повесил. Меня. Зачем? Ну как зачем? Как я создам нового перса? Мне же помереть надо. Давай. Иди сюда. Да, вот так. О, как раз мясо ест, ребят. Да ладно, мы сейчас мяско покушаем. Каннибал. Надо, кстати, пожарить. Просто подожди, каннибал. А, нам надо этот взять. Как его? Короче говоря, я понял, нам надо костюшек сделать сначала. У меня вообще ресурс... Короче, меня кто-то зарядил, ну не зарядил, непонятно. То есть они выбили мне дверь, я ее восстановил, ага. и все. Меня не убили, наркоту не забрали. Единственное, знаешь, что забрали? Костер разбили. Все. И все. Костер? Блин, это плохо. Странные ребятишки какие-то пошли в последнее время. Хейтерочки мои. Ребятишки, забери книжки. О, тут додошки ходят, да? Ну что, я, в принципе, на этом же месте буду ждать. Ты, наверное, знаешь, да? Да, я сейчас. А где Раптор? О, хейтерочка отложил. Додошка. Додошка хейтерочка отложила. Я уже почти создал. Давай, а то уже стемнеет, а то скажет. А, Римас, начали снимать. Тебе вообще понравится. Что ты там? Вообще будешь в восторге. Я буду в восторге. Да, вообще в полном. Так. Я даже имя менять не буду. Ее зовут Анна. Мне предложили. Я ее так оставлю. Да? Так, создать нового буду. Все. Только сделай нормальную тёлку, да, там? Чтобы было нормально. Таких красавец ты еще не видел. Я тоже, кстати. Я плот наш вижу. Давай, плыви ко мне. Я сейчас тут. Плыви, дай, вот дальше, куда ты плыл, дальше проплывай немножко. Хорошо. Меня какой-нибудь раптор окучит. Ты же не позволишь, чтобы меня раптор окучит? Нет. Вон, видишь плот, вот, я тебя вижу. И ты меня, наверное, видишь. Да, вижу. Тут дилы, кстати, два дилы ходят. Рядом. Тра-та-та-тра-та-та. Мы везем с собой кота. Так, подожди, а где это? Где ты? Вот. Где вот? Трака вижу, тебя не вижу. Там Дилос вижу. Ну я перед, где у тебя? Вот возле Дила я. Вот. Стой. Вот я прям сзади тебя. Видишь? Пипец, блядь. Кто вообще придумал такие персонажи, а? Хрупкие. Давайте. Ты посмотри на эту рожу. Вообще ни сиськи, ни писки, ёптать.
Жиз просто... Блин, ты нормально бы сделал бы, а? Пересоздай. Вообще нормально, вообще не это. Ладно, пойдем. Слушай, короче, ты вообще офигел. Это выживание. Тут людей осталось крайне мало, а ты еще выпендриваешься. Радуйся, что у тебя вообще хоть такая есть. Ладно. Жестяк просто. Пойдет, пойдет. О, я только что скейтерочка отляжил. Так, ладно, давайте, давай, давай, сейчас в дом зайдем. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Короче, вот здесь у меня был костер, а его снесли. Душу их мотал. А, и кровать снесли, заразы-то такие, а? Какие плохие. Это кровать сделалась. Хитерёчки... Как мы без кровати обойдемся? Хитерёчки такие плохие стали в последнее время. Это, вообще это просто. Не заходят на сервис, чтобы зарейдить Римаса. Только кровать и все, больше ничего не рейдит. Нормально. Так. Вот это нормально, давай. Сделал куртку левелап. Офигеть. Ну а что ты хотел? Тут X10. Так, ну чё? Я хочу всегда так играть. Штаны забери, там вроде бы штаны были. Давай я тебе сейчас сделаю куртку. Или ты сам себе скрафтишь? Вот, смотри. Я сам скрафчу, все, все. Вот тебе ресурсы. Вперед. Картошка. А, ой, ёпта, раптор ходит, раптор. Сваливаем. Раптор. Ты видел его, смотри. Он придумал, смотри. Вот, плывет, плавает, ёпта. Бог, у тебя даже плот огнедышащий. Да, у меня плот огнедышащий просто. Он опасный просто. Я же говорю, хитерёчка, посрались, наверное. Пытаюсь зарядить меня. Чё там? О, раптор под нами, смотри. Смотри. Смотри, какой красивый. 32-й раптор. Так. Иди ко мне. Где он? А он прям под нами плавает. Да. Я ваш хитерёчек. Я подписался. Ну нет, пишу, смотри, лайк ставь. Так, давай. Чё? Ну, смотри, в шляпе она вообще великолепна. Ну-ка. Ну, в шляпе хоть чуть-чуть, ну, хоть рожу, да. Да, она так намного красивее, потому что, ну, морду не видно. Ну, блин, руки, конечно, вообще ужасные. Лучше шляпу поставь. Надень лучше шляпу, ну, его нафиг. Как обезьяна. О, а вот это нормально. Длинные руки, нормально. Короче, вот мясо бери, если хочешь. Для работы самото. Тут мясо пожарилось. А ты не... Мне мясо не надо. Не делись. Ага. Вот, все, погнали. Что там, где раптор? Раптор. Не знаю, где-то здесь. Он, походу, утонул. Мне кажется, он... Или они не тонут. Они тонят, кажется, да? Или не тонет? Оно не тонет. Говно оно не тонет. Понятно. О, скорпион. Ой, я знаю, что я сделал. Скорпион тут ходит, смотри. Кстати, мы можем скорпиону притомить прямо сейчас. Ну-ка, давай его оглушим. Сейчас я попробую его оглушить. Ребята, смотрите. Просто жесть. Сейчас будет мастер-класс. Где скорпион? Вот он. Смотри, бежит, красавчик, бежит. Ты... Давай. Вали его, гада. Ага. Походу, меня будешь спасать. Походу, меня спасать будешь сейчас. Кто кого оглушит? Душу твою мотал. О, сваливает, смотри. Ай, все, мы его сейчас затамим, смотри, стоп. Стоп, не бей его. Мы его сейчас затамим, подожди. У меня есть тухлое, да, Отлично. У меня левелапчик еще один. Так. Я уснул. Я в этом. Не в воде хоть? Нет, не в воде. Я успел забраться, да, этот, и уснул, короче. Нормально, пойдет. Короче, тащи. Я пошел за ресурсами в джунгли. Нет, ты присмотри за этим скорпионом, мы уже затамим с тобой. Да, а что я за ним смотрю? Вон он лежит там на берегу себя, отдыхает. Этот, наркоту надо поделать. Да, ему наркота не понадобится. Он притомится, думаешь? Раньше, чем наркота закончится. Только же с таким томлением, это сколько, X10? Это вообще забей. Давай, просыпайся, ребятёнок! О, на меня Дила напал, мне нужна защита. Мужик, иди спасай меня. Какой мужик? Мужик твой спит, блядь. А, вот все, проснулся. Мужик не мужик? Окей, так, ладно. Я иду, дорогая! Не умирай! Сейчас, подожди. Анночка, дорогая, Аннушка. Дорогая, сейчас Дила затанет. А, ну тогда сам разбираешься, короче, да? Все, я кладу мясо. Слушай, нихера себе, уже почти половина затамили. Не, слушай, походу не затамит. Глушай, я его уже побил кулаками. Давай, сейчас второго затанет. Ай, кости сломаны, защищай меня, защищай меня, давай. А он убегает.
Все, затамили его. Все, нормально, упал. Отлично, отлично. Так, где там говорил мясо было? Так. Ладно, фиксим. Тамим, тамим, его тамим. Сырое мясо? Сырое мясо, я не знаю, что. А зачем нам скорпион? Не, не сырое, жареное, жареное, что где-то. Не, жареное в этом, в доме. Давай я сейчас подгоню поближе этот. Это говно? Давай, давай, давай. Плот. Офигеть, ты в него сотню тупляка кинул. Все, сейчас еще один тупляк, он поднимется. Да, я знаю, я по это. Кстати, эффективность 39%, мы его вообще подамажили здорово. Ну, да, а что теперь? Вообще никакая. Я его подогнал, если что. Я уже могу ходить. Нормально. О, сейчас затамится, ребята. Сейчас у нас скорпиончик будет готов просто вас... Туда-су. О, чей-то дом. Похоже, заряженный, да? Алло, если ты живой? Нет, нет, походу. Да, нет, там откуда? Ой, пятерочек отложился. Где дело? Эй, и твой, тебя тоже. Вот он там стоит, смотри. А да, вот он. Блин, начали снимать дизлайк, отписка. Нормально. Смотри, сейчас дело как притамится махом. Ага. Ну, дело медленнее, тамится. А, ну да, 80 уровня. Да, он вообще... Да он быстрее скорпиона сейчас поднимется, ну хотя не факт. Он жрет-то вообще немедленно. Скорпиончик, все, сейчас еще одно мяско и того. Так. О, скорпион встал. Скорпион притамился. Угу. Отлично. За хрупким бегает. Ну ладно, предатель, бегай за хрумки. Ты не хрупкий, ты хрумки, я тебя буду звать. Кстати, нам надо это сделать. Что-то такое, знаешь. Сейчас мы сначала на нейтральный его поставим. О, нейтральный. Прекрасно. О, нормуль. Дело тоже сейчас минутка и притамится, и будет вообще кайф. Да? И что мы будем с ними делать? Как что, разводить? Дило и скорпион получится. Быстрый скорпион, который плюется и вообще все усыпляет состояние. Ты что, не знаешь, что такое селекция? А где все местные бомжи этого сервера? А что ты узнаешь? Домиков дофига, бомжей не видно. Не, онлайн был, по-любому народ был. Не, 30 с чем-то был онлайн. Хороший онлайн. Бомжей чуть не видать. А подожди, сейчас. Я сейчас кое-что сделаю. Так, надо флинт что сделать. О, у меня левел ап, оказывается. А я забыл, что у меня левел ап. Подожди, стоп. У меня тоже левел ап. А, нет, у меня нет. Левел ап скоро будет. Слушай, а мы Фиоми усыпим? Не, Фиоми на мясо надо. А, слушай, назови на нее скорпиона. Поставь его, вон, видишь, Фиоми бегает. Сейчас я ее к тебе прию, этот. Или сюда подходи, скорпа на агрессию. О! Дело, затомился. Отлично, отлично. Вот, давай ставь их на агрессию и сюда ко мне подводи. Подожди, сейчас, подожди. Да подожди ты, сейчас я кое-что сделаю. Я не могу найти кое-что. Это кое-что, о, у меня седло для птера готово почти. Седло для птера. А где балласт, блин? А, вот он балласт. А, нам нужна да, кожа. Да, балласт надо изучить. Да. Болос обязательно. Ладно, нужен. Копье делаю, короче. А я еще не могу болос изучить. Я могу только дубинку сделать. Да? Но у меня на нее дерева не хватает. Сейчас, так, стойка до 32. Качаем. Так, где там Фиоми? А вон там, вон она впереди. Во-во, и на агро их надо поставить. Подожди. Она тебя не атакует, они не... Свист атаковать, это цель. Вот так. Атаковать! Все, поперло. И дело такое, побежал, ёпты. Сейчас тебя подожду. Нормально. Охота, так, блин, это и есть самая настоящая охота. Ага, сейчас самое главное на гигантозавр не нарваться, охота, блядь. Да здесь не нарвемся. Здесь максимум какой-нибудь карта. Или крокодил. Воу! Воу! Смотри. Походу должен уснуть, да? О, это что кидается, плюется. Конечно. Ну давай, мочи кулаком. Помогай им. Воу! Воу, уснул! Уснул! Вот это жесть! Обалдеть! Воу, с кем? С кем я тут херачиться? А, я что сделаю, смотри. Сделаю. А, нормально, так они на агрессии, они сейчас будут сами агрессировать. Нет, они на агрессии, дело на них, походу, плюнул. О, ты его что, тамишь, да? 99,5%. О, уже нормально. И 4%. Я мясо тебе принес.
Давай. Добычица принесла мясо. Молодец. Добывай, добывай. Блин, вот это он жрет, конечно. Охерить. А то. Буль-буль-буль. Зато тамится как. Он вообще пожрать любит, да, этот Феоми? Вообще конкретно любит. Да, я ему еще семена картошечки дам, которые он их не жрет, но все равно пусть у него лежат. Нормально, нормально. Тря-та-та-та. На Феоми и ездить можно. Изи причем. Ну да, Феоми, кстати, быстро. А знаешь... Ой, я дверь сделал почему-то нечаянно. Блин. Кремосенок, кремосенок. Нафига тебе дверь? Я не знаю. У тебя даже дома нет. У меня есть дом. Почему у меня есть дом? Где есть дом? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Сейчас вообще весь сервер будет. Сейчас она затамит. Сейчас, короче, затамим весь сервер, Вася. Да-да-да-да. Просто возьмем все, весь сервер затамим, да? Ты, короче, плот расширяй. Надо, блин, себе хотя бы факел сделать, что ли. Так, мне на волокон. А у меня на факел кремния не хватает. У меня факел есть, если что? Да вон, кремень бери и делай. Че, кирки нет, что ли? Успеется. Не, я ее не делал. Сейчас сделаю. Да сделай кирку, вон, смотри, камень тыкни пару раз, и все, там кремень появится сразу. Да-да-да, нормально, нормально, сейчас. Волокно. Волокно. О, Феоми встала. Ребята, вот это жесть, вот это жесть. Вы приручили Феоми. Да. О, они походу в агрессии, наши бойцы. О, всё, они опять кого-то замочили. Я крутая наездница. Так, отойдите ко мне, ко мне, ко мне, придите, ко мне, придите. Сейчас, подожди, 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 подожди. Мясо сделай. А, сделал факел, а? Темнотища просто жесткая. Что у нас там, час 41? Мне надо кремень добыть. Кремень, кремень, где наш кремень? О, нормуль, нормуль, нормуль. Слушай, добывается вообще атас. Блин, это не сервер, это какая-то жесть. Атаковать мою цель. 63 соломы с пальмы. Офигеть. Не пролететь. Сколько? 63 соломы с одной пальмы. Красота ненаглядная. Интересно, здесь походу мод стоит еще на животные, да? То есть животные, у животных статы как раньше были, походу. Слушай, возможно, да, возможно. Потому что здесь, ну, нереальные статы, непривычные статы. Да. О, Феоми, походу, опнулась уже. Жесть. Да-да. На хп ее пока что. Потом на скорость. 561 миллидемэш. Да это же вообще кайф. Слушай, у нас статы старые. Да, я говорю, статы старые. Мы там оставили свой плот открытым, кажется. Погнали домой лучше. Да кому он нужен, что там брать-то? Хитерек отложился. Ну там, кому? Это мое. Это мое! Никому не дам! Там говно, правда? Да. Слушай, мне показалось ли? А, это от луча свет. Слушай, слушай, а как мы тебе будем наших животных загонять? Так, вот у меня тоже такая. Я без Феоми не поплыву, смотри, какая она. А я без своих детишек тоже не поплыву. Она в очках, она у меня вообще блатная. Она еще и с фиолетовыми, смотри, с фиолетовыми пятнами, вообще красавица. Ладно, хрен с этим делом, пойдем прогуляемся пешком. Пойдем, что? Посмотрим. Ну ладно. А мы их за собой просто зацепим, да и все. Да, и все. Во, красота просто. У нас с собой жрать есть, в принципе, надо будем, если надо. Не, у меня вообще нифига жрать нету. Так вон, ягоды бери и кушай. Я у ягоды перекусил, добуду. Нормально. Тирень, тирень, тирень. Нет, тут со жрачкой вообще проблем нету. Слушай, жрачка смотри, немерено. Постройка какая-то есть, какая-то, смотри. Да-да-да-да. Слушай, интересно, а Феоми дерево ломает? Тут же деревянное все. Деревянное. И нет, тут вход. Вот он. Бегемот. Вход, да? Бегемот не деревянный. Ну-ка. Не деревянный? На вот дверь смотри. Есть-то живой! Ау! Помогите! Жрать охота! Нет, походу, не было, да? Подожди, подожди, точно не деревянный? Деревянный гей, смотри. Не, ну вот посмотри, гей, саму дверь смотри. Гей, сам гей деревянный. Ай, ёптать! Ой, уйди! Ай, жопа моя! Ой, Сеня! Блин, об шипы бьюсь. О, смотри, смотри, птер, птер, птер согрелся. Смотри, 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 птер согрелся. Да, нормально, нормально, нормально. Ну-ка, давай его сейчас туда-сюда. А я урон наношу или нет? Да-да-да. Нет, походу не наношу. Отойди, 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 отойди назад. Отойди назад. Отошел, отошел. Сейчас мы птера вытащим отсюда. Я понял. Да не вытащим, он вниз будет лететь. Надо выше забраться в ворот, чтобы он вылетел. А он не может вылететь. Видишь, он там застрял.
А вот если бы он об шипы бился, мы бы его убить могли. Пробки, пойдем. Бум-бум. Что-то мои, походу, застряли. Я не помню, Феоми, она это, бьет или не бьет дерево. Она же типа жирная, здоровая, там какие все дела. Ну-ка, сейчас, если бы мы могли внутрь пролезть. Так, вот. Не, нифига, 12 500, как было, так и осталось. Не будет. Нам надо птера как-то вывести. Ой. Как его вывести, блин, знать бы. Тут железные шипы, они вообще адские. Ну, сейчас может птер вот сюда. Там еще помимо птера кто-то. Да? Да, ступку скрафтил нечаянно. Птер, смотри, напрягается. Да толку, блин. Вывести бы его как-нибудь сюда. Так, ладно, хрейс, это база. Надо оббежать, посмотреть. Пойдем базу попроще найдем просто. И все. Пойдем за мной. Пошли. Ой, хитерочек отложился. Пойдем. Бегу на всех парах, бегу. Так. А где там этот остался? Дило-то наш. Дило, а не знаю, где-то за нами. Да я хрен с ним. Он, этот, что-то он... Прятал меня, отступник. Отступник? Отступник просто. Ой, какая какашка здоровая, ребят, посмотрите. Как она пахнет, как красиво, вкусно пахнет. Фу. Что за гадость? О, смотри, домик какой-то. Давай, его зарейдили уже, походу, этот домик бедный. Да, его, походу, или взрывали, или долбили чем-то. Да, взорвали. Наверное, взорвали, да, потому что видишь, угол чисто. Скажу вам, дай выйти. Я застрял. Да не могу я отойти, скорпион не дай. О, вот так, выпал с него. Тут на крышу можно запрыгнуть. Ай! У меня сломался факел. Что у нас там? О, скоро 5 утра уже. Скоро посветлее. Да, нормально, уже свел. Вон впереди еще что-то, но, по-моему, тоже залей. Это фигня какая-то. Не бей листозавра! Не бей листозавра! Листозавра вообще надо кормить. Да. Бей его! Ой, мой защитник, красавчик просто. Ой, как хорошо. Ты что делаешь? Сеня, ты что сделал? Ты что на пассивку поставил, ёпта? На нейтрал, а не на пассивку. На нейтрал. Ты меня подставить решил, да? Ты хотел, чтобы меня дило сожрал, да? Иди сюда. Видели, да, ребят, на ровном месте просто. Куда ты спрятался? В кустах, ёпта, спрятался. Я тебе сейчас буду... А, у меня фортитюда вообще не годен. Туда-сюда, вертель я твое тело, вертель вокруг себя. Давайте, ребята, синичем мы кого-нибудь скорбим. Виртун. Сейчас я тебя изнасикую. Самое главное, этот, закрыть твое лицо. Вот так вот. Пока ты спать будешь, я на тебя нашу Фёмию натравлю. Чё у тебя там? Торпор поднимается, опускается? На тебе, я тебе дверь дарю, короче. Вот тоже дарю, короче. Нифига она мне? Ну, так, значит, ну, в качестве компенсации просто, чтобы не обижался. Вот так. Нормально? Окей, да, нормально. Понял? О, здесь опять кого-то зарейди, смотри, синий. А ты еще спишь, походу. Ух, ёптать, я там еще карна. Вообще нифига не вижу. Там карна! Ёптать! Ребят, там карна. Карнотавр, интересно, какого уровня? А мы карнотавр, интересно, можем этот? Привязать его? М? Болосом. Карна? А где карна? Вот он, привязать? Смотри. Привязать? Слушай, ну по идее можем. Мне кажется, мы не можем. Ты не можешь это сделать, ремасенок. Потому что ты настоящий поросенок. Подожди, сейчас мы попробуем. Так давай повоюем с ним, ну пусть животные воюют, я вон сидя на Феоми буду воевать. Нормально. Операция. Операция. А какой карман левел? Я не знаю какого он уровня, но мы его сейчас попытаемся убить. Привет, красавец! О, 40 уровня. Отойди, сиди. Не, мы его не привяжем. Мани его полностью.
Он на тебя развернулся и сидит. Вот это же. О, черепаха. Блин, вообще. Слушай, у меня что-то прям громкая игра. Чересчур. Отлично. Побывай. Фух. Все. Все, у меня 4 левела получило. Нормально. А этот, а скорпион, короче, чуть не сдох у нас, Сеня. Ну, так надо быть осторожней. Надо быть осторожней. Тут Дима 100 плюс. За него опыта много дадут. 100 плюс. Слушай, мне надо игру потише сделать. Так, делай. В чем проблема? Вот так. Ушки сдохнут. Ай, ребят, отключи блики. Я опять забываю отключать блики. Оу. Наш скорпион был убит. Подлец. Да, наш скорпион был убит. А я не ожидал, что он сейчас прям вот так вот возьмет и умрет. А Дило? Вот это жесть. Ну Дило 120. Нет, а надо скорпиона... Надо скорпиона брать 120 плюс, томить. Вообще, если у тебя есть где-то 10 скорпионов на твоей базе, они любых рексов просто-напросто... Этот, усыплят просто, реально. Ну я понял, а-та-та. А-та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 
Уже Фиоми это вообще боевое животное. Ты говоришь, что это реально боевая свинья. Так мы на нашем сервере, где мы выживаем с пацанами, мы там ее раскачали, скорость 250 или кажется уже 300. А знаешь как носится? А знаешь как жестко носится? Прям как хитерок с моего канала. Вообще жесть она носится, прям скорость такая жесткая прям. А смотри как она срет кучками. Ну прям тоже как хитерок. В комментариях. Сыграем в боулинг. О, у меня голод. У меня голод, оказывается. Да, слушай, у меня тоже сейчас голод. Давай, Сеня, с тобой сыграем в одну игру. Какое? Дуэль сейчас сделаем с тобой. Смотри. Я сейчас тебе дам булас. Нет, у тебя фортитюда дофига. Нет, булас. Тут вообще не зависит от фортитюда, ничего. Короче, кто кого привяжет первый? Да, тот того жрет. Хорошо. Смотри, держи. Фиомию кидай. Нам надо побольше болосов скрафтить сначала. Сейчас, подожди. Посмотрим, что там нам еще не хватает. Так, есть кожа? Я болосы-то могу крафтить. У тебя есть кожа? Сейчас вот я смотрю. Смотрю, болосы я выучил. Сейчас посмотрим. Болос. Да, я могу сделать 11 болосов. О, сделай. Крафтить. Сделай. 11 и у меня 5. Да. Я сейчас еще попытаюсь сделать. Так. А нам столько много не понадобится. У нас тут есть кое-какие проблемы. Скорпион на меня согрелся, Сеня. Готовься. Где моя боевая Фиоми? А нельзя на ней пока сидеть, я крафчу, опыт получаю. Синий скорпион. Синий скорпион. Сам ты скорпион. Вот так вот. Вот понял, так вот. Как надо воевать. Вот так вот. Видел, как надо воевать? Вот так вот. Так. Ну что, Синич? Ты можешь уже, в принципе, проиграть, по идее, если хочешь. Так, у меня получается 9 болосов. Ну и у меня сейчас докрафтится еще 2 штуки. Нормально, нормально. Так, сколько у тебя штук? 11. 11, у меня 9 получается. Общее количество. О, уже... Да, еще плюс 3 получается, да. Прекрасно, 12 у меня получится. Да, сюда, обратно. Че, давай там расходимся, все дела, потом сейчас, сбегаем, подожди, да. Болосами там швыряемся. Да. Все дела. Не, вот давай, смотри, 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 Сеня, вот иди сюда, иди ко мне, иди ко мне. Сейчас. Вот отсюда? Спинами вот так вот, хоп. И ты меня в спину фигаешь. Нет. Конечно. Нет, все по чистоку. И считаем, короче, до 15. Сейчас, надо расчистить территорию. Тут хищников дофига. Там раптор, ёптать. Да, а мы, кстати, раптора можем привязать. Ты слышишь, да? Да, слышу. Тут на меня Дила напал. Я вижу. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Что ты его оглушить пытаешься? Да, у меня больше ничего нету. Дубина, да, кирка. Беспонтовая. О, вот так вот. Мне сейчас опять левеляп будет. Так, где-то там раптор был.
и тирак отложился. Короче, раптор убежал. И хрен с ним. Иди сюда. А он там домик грызет, по-моему. Ага. Да, и хрен с ним. Где ты? Феня? Вот он. Посмотри. Смотри, разворачиваемся. Вот сейчас вот разворачиваемся. Вот я включил вид от третьего лица. Ага. Разворачиваемся. Короче, вот так вот считаем вместе. Ты, я иду туда, ты идешь туда, да? И считаем до 15 или до 10. Вот, и потом поворачиваемся. Давай, и до вот 10 так ты вот. Считай. Угу. Хорошо? Давай, 3, поехали. 2, 1, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали! Так, где же моя свечечка, ты моя красавица? Тин-тирин, тин-тирин. Тин-тирин-тирин. Тин-тирин-тирин. Ты где? Ты это остановился, послушай, знаешь, послушай просто шаги, где же эти шаги идут, короче, непонятно просто, жестяк. Болу удалил, сейчас удалил. Фух. Хотя она уже сама прошла. Ага. Учись, студент. Жестяк просто. Не, болсам надо научиться, кстати. А я вообще нормально делал, видать, что-то пофиксили. Да ничего не пофиксили. Да? Нормально попадает, да, тоже? Не, она хорошая, да, вещь. Все, отлично. Помнишь, когда нас один доканывал на птире, на прокачанном, на купленном птире? Угу. Чувак, ну. Вот один тоже недавно пытался нас зарядить на птире туда-сюда, я его просто вот так, ага. Раз, и на матрас его, короче, падать и начинать кричать, что я читер и админ. Прикинь? Я не понял. Мы строили базу, и прилетает подписчик, приносит мне какое-то животное. Адила у этого диморфодона мне принес в подарок. Ага. Мы стоим, а я АФК был. Ну как, я у компа был, видел, что он прилетел, все, но разговаривал там, ВКонтакте с кем-то переписывался. И такой раз смотрю, Тёма берет такой болосом, прицеливается. И просто вот сходу сбегу на удачу его кидает. И тот так по параболе. Четко на этого птера, короче, его птер улетает на наши турецки. Сам чувак падает, разбивается, диморфодон вообще хрен знает куда. Кто-то жесть обиделся. Просто. Не, ну потом все нормально было. Так. Ну что ж, друзья, это была очередная. О, раптор. О, смотри, он убегает. Он убегает. А, не, он прибегает. Давай. Болос. Ать, я его привязал. Вася. Давай. Да нет, усыпляем. Ты что, это же раптор? Да нафиг нам нужен? На мясо его. Да ты сдурел, ты же. До 16 уровня. Он не нужен просто. Пойдет. Все, уснул. О, гопник. Первый гопник. Да зачем ты меня так заглушаешь? О, у меня сломалось. У меня сломалось. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Ark Survival Evolved. Будет скоро продолжение с Синичем, да, Синич? Да? Конечно. Хрен тебе, зараза. Я знаю, у нас под конец такая штяка всегда происходит. Я прочухал тебя. Мне надо было еще один раз по тебе попасть, и ты... Иди сюда. Ты нас похоронишь вместе? Да, я так... О, слушай, похорони нас так, чтобы, короче, археологи будущего... Оу, Сеня, какая у тебя попка нечешная. Ладно, друзья. Самир. Ой, ты проснулся, что ли? Да, хочу. Ты что, охерешь же? У меня фартитет качает, если что. А интересно, лежачий вот такой. Если ты к этому персонажу прикоснешься, тебя твои подписчики никогда не поймут. Римас, дизлайк, отписка. Ладно, друзья, всем пока. А, ребят, да, подписывайтесь на канал Синича. Канал Синича в описании этого видео. Обязательно зайдите и подпишитесь. Всем удачи. Пока. Ой, китрёчка.